Всем привет! Заходите к нам на огонек. Пела скрипка ласково и так нежно. Это Розенбаум. Баум. Сегодня вопросы после прямого эфира мне задали один. Ладно, боюсь, что парень мой мне изменит и найдет кого-то лучше меня. Что делать? Спасибо большое вам за вопрос. Ну, во-первых, если вы это чувствуете, ощущаете, что может произойти, продумайте самый худший вариант, что он не просто изменит, а скажет, что он не любил никогда и вообще ничего общего не хочет иметь с вами. То есть представьте себе самый сложный, тяжелый вариант для себя. И потом скажите, я не должна зависеть от него настолько, чтобы жизнь потеряла смысл, если это произойдет. Сейчас, когда у вас вот такое ощущение возникло, вы понимаете, что попали в зависимость от него, от этого парня. Настолько, что если он с вами не будет вместе, значит, жизнь проходит мимо. То есть получается, что власть над своей жизнью вы отдаете ему. Это неправильно. На самом деле у вас путь в жизни свой должен быть, и в этом отношении независимость, которую нужно формировать у себя, невозможно, если вы не пройдете через процесс вот так называемого умирания. Нужно, чтобы ваши чувства, они просто сдохли, зачахли, засохли к нему. И только когда вы обретете эту независимость от него, тогда вы поймете, как управлять своим состоянием. Пока вот этот вопрос мне явно, ярко свидетельствует о том, что он управляет вами. Может быть, он этого не желает, не хочет, но он так поступает с вами. А может быть, сознательно делает. В любом случае, этот кризисный, очень тяжелый период, который вы переживаете сейчас, это опыт. Сейчас вы молоды, не замужем. Сейчас у вас эти кризисы, они как тренировка, которая подготовит вас к встрече с тем самым. И вы будете готовы внутренне, внешне. Он это будет ощущать, что у этой девушки, у вас что-то такое есть, что-то такое особенное. Вот это особенное, оно формируется через такие кризисы. Сильно не переживайте. Бог вам в помощи. Ну и мистер Тонус всегда рядом, если что. До встречи. Все будет хорошо. Пока.